какие-то претензии на содержание, на, скажем, ну, на действия работников полиции? Да, в принципе, да, претензий нет. Представители общественности провели беседу с заключенными в изоляторе временного содержания. Поинтересовались результатами медицинского осмотра осужденных, узнали об условиях содержания граждан и выяснили, нет ли жалоб на сотрудников полиции. Ну, бывает, что заключенные жалуются как бы не и в прокуратуру, и сотрудникам, ну и бывает, что и нам высказывают свои. То есть, как бы, ну, когда человек где-то в чем-то ущемлен, то есть он пытается высказаться как бы по несколько инстанций. Что хочется сказать, что таких вот в ходе общения с задержанным и, ну, проверки изолятора временного содержания, таких, ну, грубых нарушений, я бы сказал, что, ну, нет жалоб таких, ну, мы, по крайней мере, к нам не поступало. Закончив беседу, члены общественного совета стали свидетелями поступившего в дежурную часть полиции сообщения. В среднем в дежурной части раздается около 20 звонков в день разного характера. На этот раз поступило заявление о краже. Ну, сегодня у нас в 13:20 поступило сообщение от гражданина о краже сотового телефона Samsung по улице Партизанская, 102, села Богучан. В считанные секунды была собрана оперативно-следственная группа. В ее составе сотрудники следственного отдела и уголовного розыска. В течение 15 минут полицейские выехали по указанному адресу. Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции преступление было раскрыто. Анна Смирнова, Максим Мартыненко, телекомпания «Спектр Богучан».